На сегодняшний день муниципалитет предоставляет земельные участки многодетным в трех местах. Это село Верхнее Николаевское, улица Львовская в Лазаревском районе и Кудепста, где к имеющимся участкам добавили еще 50. Сейчас администрация регистрирует право на них. Это на Кудепсте. Территория по улице Искра, на левом берегу речки Кудепсте. Ну, замечательное место по своей природе, по рельефу, по географии. И очень перспективное пятно развития даже не самого поселка Кудепста, а города. Ольга Шибзухова, мама четверых детей. Живут они в квартире, причем вместе с бабушками и дедушками. Собственный дом – мечта каждого члена многодетной семьи. Готовый предварительный проект, шутит Ольга. Ребята сами нарисовали комнаты своей мечты. Нас вводят в курс дела, какие проводятся программы для многодетных, обсуждаются проблемы, с которыми сталкивается и администрация, и город. Но, тем не менее, работа проводится, и надеемся, что все-таки все будут земельными участками, с новыми домами. Пока руководство города решает формальные вопросы, у самих многодетных семей есть время, чтобы изучить все территории и выбрать конкретный участок. Рассказали участникам совета и об очередной дополнительной мере поддержки. Муниципалитет готов субсидировать процентную ставку при получении ипотечного кредита на приобретение жилья. На эти цели в бюджете Сочи на 2016 год предусмотрено 9,5 миллионов рублей. Суммы достаточно для оказания помощи 63 многодетным семьям. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.